Добро пожаловать на наш YouTube-канал HardTrendsInfo. В данном видео я вам расскажу, как изменить размер шрифта на устройстве Xiaomi 11 Lite. Для этого зайдемте в меню приложений и выберем приложение «Настройки». Тут выберем пункт «Экран». И прокручивая вниз до пункта «Шрифт», тут будет размер шрифта. Мы можем настроить тут размер шрифта под себя. Я поставлю L. Большое спасибо за просмотр данного видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш YouTube канал и до новых встреч!